Арктика, суровое царство вечного холода. Во все времена люди стремились покорить эти ледяные просторы, и многие первопроходцы заплатили за это жизнью. Судьба их до сих пор остается для нас загадкой. Льды и скалы подступают со всех сторон. В лицо дует холодный ветер. Группа из 4 человек упорно идет к своей цели. Люди достигли высшей степени истощения, и каждый шаг дается с трудом. Но ведет их вперед самая жесткая на свете мотивация. Люди должны дойти, чтобы выжить. Идти им осталось около 40 километров. Именно на базу Джексона спустя 2 года после отправления из Петербурга будет стремиться судно Георгия Седова «Святой великомученик Фока», находясь в довольно плачевном состоянии после длительной зимовки у берегов земли Франца Иосифа. К тому времени самого Георгия Седова уже не будет в живых. С 2 спутниками он отправится на собаках к полюсу и трагически погибнет на пути к своей цели. На корабле не хватает топлива для того, чтобы вернуться на родину, и экипаж надеется разобрать на дрова несколько домиков пустующей базы Джексона. И вот, подойдя к мысу Флора, команда Святого Фоки здесь обнаружит и спасет 2 измученных людей. Это будут члены экспедиции Брусилова, матрос Конрад и штурман Альбанов, первыми словами которого станут: «Я прошу у вас помощи. У меня осталось 4 человека на мысе Гранта». Но найти и спасти этих людей так и не удастся. Действительно, не будь базы Джексона, штурман Альбанов и матрос Конрад вряд ли бы встретили корабль Седова и благополучно вернулись на родину. Однако к моменту их возвращения Россия была охвачена огнем Первой мировой войны, а после – революцией. Здесь уже не до загадок исчезнувшей экспедиции Брусилова. Вскоре Альбанов погибает, унося с собой в могилу многие тайны. Помощь приходит неожиданно. От молоденькой пассажирки, 20-летней Ермении Жданко. Она окончила курсы сестер милосердия и готова пойти в полярное плавание в качестве врача. Дорогие, милые мои папочка и мамочка, если бы вы знали, как мне больно было решиться на такую долгую разлуку с вами. Да вы и поймете, так как знаете, как мне тяжело было уезжать из дома даже на какой-нибудь месяц. Я только верю, что вы меня не осудите за то, что я поступила так, как мне подсказывала совесть. Поверьте, ради одной любви к приключениям я бы не решилась вас огорчить. Георгий Львович такой хороший человек, каких я редко встречала, но его подводят все самым бессовестным образом, хотя он со своей стороны делает все, что может. Все это произвело на меня такое удручающее впечатление, что я решила сделать, что могу, и вообще чувствовала, что если я тоже сбегу, как и все, то никогда себе этого не прощу. Между тем, когда об экспедиции знает чуть ли не вся Россия, нельзя же допустить, чтобы ничего не вышло. Довольно уж и того, что экспедиция Седова, по всему вероятному, кончится печально. Во Владивостоке будем в октябре или ноябре будущего года. Прощайте, мои дорогие и милые, как я буду счастлива, когда вернусь к вам. Ваша Мима. Из дневника штурмана Альбанова. Покинул я судно с целью пешком по вечно дрейфующему льду достигнуть земли Франца Иосифа, а потом постараться тем или иным путем добраться до обитаемых мест. Как долго буду помнить я эти бессонные ночи в палатке, это незаходящее солнце, просвечивающее сквозь полотно ее, если когда-нибудь доберусь до берега. Никто не предполагал, что путь растянется более чем на 2 месяца. Как в забытьи идем мы, механически переставляя ноги и налегая грудью на лямку. Бульон подходит к концу, мяса и масла давно уже нет. Мы подошли к скалам безымянным. Скалы безымянные гораздо поменьше. Что? Я смотрел, мужики. Где? Да ладно, прикол. Мы не поверили своим глазам. Перед нами лежали останки человека.
И дальше находки следовали одна за другой. Началась трудная работа по их извлечению. Одной из самых интересных и невероятных находок стал каким-то чудом сохранившийся на каменной осыпи дневник погибшего человека. И вот сейчас мы можем прочитать строки, написанные около 100 лет назад.